условия для проведения первых минут играют в следующем составе. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Сегодня гости вышли на матч. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Гости сегодня надеются на отсутствие ошибок в обороне и, если повезет, на контратаке. Они осознанно играют вторым номером. Их задача в первую очередь не дать сопернику забить. Ну и потом постараться поймать свой шанс в контратаке. Хорошо, он с мячом вперед идет. Момент для удара! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Зарядил в небеса. Условия для проведения первых минут играют в следующем составе. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Сегодня гости вышли на матч. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Гости сегодня надеются на отсутствие ошибок в обороне и, если повезет, на контратаке. Они осознанно играют вторым номером. Их задача в первую очередь не дать сопернику забить. Ну и потом постараться поймать свой шанс в контратаке. Хорошо, он с мячом вперед идет. Момент для удара! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Зарядил в небеса. Условия для проведения первых минут играют в следующем составе. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Сегодня гости вышли на матч. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Гости сегодня надеются на отсутствие ошибок в обороне и, если повезет, на контратаке. Они осознанно играют вторым номером. Их задача в первую очередь не дать сопернику забить. Ну и потом постараться поймать свой шанс в контратаке. Хорошо, он с мячом вперед идет. Момент для удара! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Зарядил в небеса. Условия для проведения первых минут играют в следующем составе. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Сегодня гости вышли на матч. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Гости сегодня надеются на отсутствие ошибок в обороне и, если повезет, на контратаке. Они осознанно играют вторым номером. Их задача в первую очередь не дать сопернику забить. Ну и потом постараться поймать свой шанс в контратаке. Хорошо, он с мячом вперед идет. Момент для удара! Отражает эту атаку, но мяч еще в игре. Зарядил в небеса.
условия для проведения. В 2 минут играют в следующем составе. Три защитника, три нападающих. И очень насыщенный центр поля, который удерживает всю эту конструкцию. Ави сегодня гости вышли на матч. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Гости сегодня надеются на отсутствие ошибок в обороне и, если повезет, на контратаке. Они осознанно играют вторым номером.